won't be long. Enemy tower is under attack. А тут на меду можно помочь. Нет, чувачок, не так ты хорош на кланге, как ты думаешь. На базу хожу. У меня маны нет. Но он ульту отдал. На меня. Химера направо идет. Можем миника забрать тебе, если хочешь. Аргус, блять, помощи ноль вообще, все самому делать. Уже второй раз к нему прихожу. У меня ульта нету, я на в рейд шли холбить, в отличие от этого товарища, так что буду еще чаще приходить на врейд. Она же без помощи аргуса его убиваю.
Ой! До свидания, Химер. Да, 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 я видел. Нет, Химера, отвали, не надо. Ну, 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 сволочь. Что-то было, за что меня так хотел убить? Психопат, блин. Господи. Магнифай. Магнифай. Так, смотрится. An ally tower is under attack. А я убил. Кира. Кирас Деккер. Химера, что? An enemy tower is under attack. Ready for the cryo-sizem. Не-не-не, я не иду, я просто думал Брейта поймать, но там куча народу лазит. Там Химера, кстати, тоже она на синем сейчас была, я ее видел. Ну так, а чё он там столько времени стоял? Зачем? У меня ульта есть, я могу залететь. Они не бьют, они вас обходят. На, поймали красотку. Вот теперь можно идти. Я в танка, но дамаг у меня все равно хороший. Блин, только он линию мне несет так быстро, зараза. Прям надолго отойти не надо. Он мне сейчас вторую заебашит.
tower is under attack. Cryosizem is ready. I'm heading back. Так, что следующее? Мне нужен больше урона. Magnify, Flux, Матрица, Элла Фрост, Элла Фрост, World Breaker, World Breaker, наверное, возьму. Да, отвалишь налево. Только зря отдали. Телепорты. Что ты хочешь, а? Ты серьезно хочешь со мной подраться? Или там... Крыса. Прийти помочь, нет? Ой, попался. Лучше бы ты уходил, потому что он за тобой все еще бежит, он за тобой телепортнулся. Ну, сейчас это Мёрдок наш разберется с ним. И фаза. Химера умная на фазу. И это там же. An enemy tower is under attack. An enemy is unstoppable.
Найду. Ready for the cryo-sizem. Выживите, вам нельзя умирать с этим бафом. Нет, она убежала сразу, как только увидел. Но все равно сдох. Шо ж у тебя все время это телепорты, и сука ты такая горбатая тварь. Постоянно у этого, блин, Кванга есть телепорт, ну просто задолбал. Гном приходит только когда ему добить кого-то надо. Он реально не по... Он видит, что ты идешь ему на помощь, например. Так, Элла Фрост, Ворлдбрейкер. У меня еще баф есть. Можем какую-то линию понести, если хотите, конечно. Ну, 60 секунд. Я попробую. Кир можно. Ой, а вот Врейд. Врейд, Врейд, Врейд. Растаял. О, Химер. Да. Да. Ультанул. Да, крипов было бы неплохо подождать чуть-чуть. Кира вас контрапупит. Врейд. Я задерживаю врейд, убедите. Back off!
А, ну магический керри она собирается. Левую кто-нибудь задефает, плиз. Ну, ты ж будешь за подзащитой этого. А, там кислотный появляется, печаль. Ну. Понятно, ухожу на базу. Nope. Hello, Dicker. Нет. Да, они уже пошли. Ну, значит... Все идут и берут левую линию нести. Забейте вы на этого кислотного функтуфа. Толпную. Утонул. Нет, не утонул. Не могу утонуть, меня сбили вообще все. Вот и все. Ну вот у нас Аргус правильно идет. Надо было левую просто идти атаковать. Зачем мы связались? Но они забирают кислотного и дальше чё? Мы у них второй ингиб снимаем. Тут... Он же не активный. В принципе, Аргус сейчас подойти да сломать и будет. Ингиб. Да, нам центральный будет сломать. Ну, такие союзники. Пойду в арт поставлю, ну, фиолетовый. У них нету этого. На Аргус у нас дальше. Утонул их обеих. Да. Химера. Отхиляйся, Мердок, отхиляйся чуть-чуть.
блин. Вот вор, гребаный вор, просто гребаный вор. Еще один. Блин, я тут за ними так гонюсь. Я шучу, но, блин, так гнался, и это обидно. Крипы есть, заканчивается. An enemy tower is under attack. Ну там сейчас все воскреснут. Что мы там закончили? Я сейчас прибегу к Аргусу на помощь. Я смогу. Блин! Все трое могли быть моими. Да. Третий тоже мог бы быть. Слушай, не, прикольно Аврора играть. Но надо еще учиться. А очень мобильно это реально прикольно. Ты как это. Как черт из табакерки прыгаешь вокруг. Там воровала фаза. Аргус тоже там подворовывает периодически, но меньше. Аргус сам себе на волне. Но у него решение было правильное, тащить левую линию. Там мы зря лезли. Вот это. Мы чуть не подставились. Ну да. Ну мы больше, чем мидер наш нанесли. У них что-то, да, слабовать. Ух, ебать, у них декер 9 раз сдохло, что ли. Химера 10, ух. У них кванг только 2 раза сдох, ну блин, собака горбатая. У него постоянно все было.